19 октября ежегодно отмечается Всероссийский день лицеиста. История праздника началась со дня открытия Императорского царско-сельского лицея по указу Александра I. Славные традиции празднования продолжает Академическая гимназия имени Максимовича. В этот день недавно поступившим ребятам торжественно вручили билеты гимназистов. А как это было, увидите в сюжете с места событий. Глеб в сентябре пришел в новый класс. За полтора месяца уже почувствовал разницу между прошлым и нынешним образовательным учреждением. Впечатление очень хорошее. Здесь преподаватели относятся очень хорошо к детям и правильно объясняют. Посвящение для новых ребят очень важное событие. Это очень почетно. Я почувствую себя гимназистом наконец-то. Традиция посвящения в гимназисты зародилась здесь еще в 2012 году. За это время счастливыми обладателями билетов гимназиста стали более 300 ребят. В этом году количество существенно увеличится. Посвящение выдалось поистине масштабным. Во все классы к нам пришло более 110 детей. Мы каждому рады от 5 до 11 класса. Это праздник для них, это приобщение к университету, конечно же, и приобщение к той истории, культуре, которую символизирует день 19 октября. День, озаренный гением юного Пушкина. Поздравить ребят с новым этапом в учебе и в жизни пришли высокие гости. Образование в жизни человека играет, исключительно важную роль. И те люди, которые выбирают сложный путь, там, где учиться тяжело, где потребуется большой труд, они выбирают путь правильный. И это как раз то, что может представить Академическая гимназия Максимович. В стенах гимназии рождаются мечты и цели, а главное, навсегда остаются воспоминания, которые будут греть душу после окончания учебы. В этот день, когда ты получаешь не студенческий билет, а билет гимназиста, причем билет особенный, билет гимназиста Тверского государственного университета, которого нет ни у кого из ваших ровесников. Это не просто запоминающийся миг, который проходит, но он остается с человеком и идет вместе с ним, и живет вместе с ним всю его жизнь. Вот и выпускница губернаторского класса прошлого года пришла на праздник, чтобы поностальгировать. Интересно посмотреть на новый губернаторский класс. И вообще очень хочется встретиться со всеми учителями, с моим классным руководителем. И вот торжественный волнительный момент. Теперь билет гимназиста на руках у каждого недавно поступившего на обучение ребенка.